Из Архангельского Апатиты всего за 55 минут. Новое направление с 18 февраля открывает авиакомпания «Северсталь». Прямые рейсы на комфортабельных 50-местных самолетах по понедельникам и четвергам. Прибытие из Апатит в Архангельск планируется в 12:05, а вылет обратно в 12:50. Нормы провоза багажа составляют от 10 до 20 килограммов. Ручная кладь – не более 5. Также можно провести спортивное оборудование. До 30 апреля 2021 года разрешен бесплатный провоз одного места – горнолыжного сноубордического снаряжения в чехле весом до 12 килограмм.